должность моя их обеспечивать. Но нас, мою роту, не обеспечивает никто. Нас забыли с большой земли, там, где вот эти вот пидорасы сидят, они забыли о том, что нас сюда пнули. Нас сюда не вывезут. Нам приходится добывать это все. Все об этом знают, потому что мы все вместе находимся. Начальство в Москве не знает об этом, то, что нас забыли здесь. Причем мой начальник? Мой начальник также живет в таких же условиях, как мы все вместе взятые. Вот. Мы бомбим фермы. Мы бомбим элеваторы. Мы качаем топливо лишнее. Левое, точнее. Фермеров там еще у кого. И мы обеспечиваем своих чужими. А если их не обеспечить, это будет расход, это будет мясо. Просто людей вырежут, сожгут и все на них. Подожди секунду, Юра вырвет руку. Извините, пожалуйста, Анастасия, вы меня не знаете, это мне Юрий. Мы сегодня только... Да, здравствуйте, мы только после пострела. У нас, короче... Не стоит. Короче, не знаю, как вам сказать. Знаете, вам, вашему мужу, но очень нам плохо. Алло. Да, вырвал трубочку. Да нет, все хорошо. Алло. Что значит плохо? Да нет, это понял, все хорошо. Я хочу, чтобы ты вернулся к своей жене, к своим детям, к своей маме и своему папе. Я хочу. Потому что мне... ты моя любимая моя девочка. Не хочется, чтобы ты рисковал собой ради непонятно какой цели. Я все. Проверяй своих ребят, чтобы они стояли на страже. Чтобы они не пили, ничего не делали.